В Архангельской области продолжается выдвижение участников предварительного голосования «Единой России». Общее число кандидатов, подавших документы, уже 21 человек. Голосование пройдет в электронном виде в конце мая. В Архангельской области продолжается выдвижение участников предварительного голосования «Единой России». С момента начала регистрации из числа тех, кто планирует выдвигаться в депутаты областного собрания, документы подали 20 участников. Среди них и депутаты, врачи, общественники, а также представители сферы культуры. В политику, естественно, иду с четким пониманием, что на самом деле любой культурный деятель может отстаивать интересы как своей сферы, так и смотреть какие-то смежные. Ну и опять-таки опыт, который у меня есть как антикризисного управления, так и запуска различных проектов и, кроме этого, еще и формирования комфортного городской среды. Еще 10 участников праймериз выдвигаются в городские думы Архангельска и Котласа. В их числе как педагоги, предприниматели и волонтеры, так и опытные политики. Для меня это текущая работа. Я депутат действующий и планирую попробовать избраться на следующий созыв. То есть для меня это идет текущая работа, плановая работа. Ну, предварительное голосование – это в первую очередь проверка оценки гражданами моей работы за предыдущие 5 лет. За неполный месяц с начала старта предварительного голосования «Единой России» документы для участия подали уже более 30 человек. Наравне с опытными участниками есть и кандидаты, имеющие большой опыт работы в исполнительной власти. Было бы здорово, чтобы в законодательной власти был представитель именно спортивного сообщества, к коему я себя хотел бы относить. Надеюсь, что это так. Представлять интересы спортсменов от мала до велика. Нужно и необходимо заниматься, помогать на всех уровнях власти, на всех уровнях, так сказать, взаимодействия между муниципальной властью, региональной, между законодателями. Напомним, что регистрация кандидатов закончится 27 апреля, а избиратели смогут ее пройти с 17 апреля по 26 мая на сайте предварительного голосования. Само же голосование состоится в электронном виде с 22 по 28 мая. Алексей Макеев, Ольга Красулина, регион 29.